скажите, а что за музыка играет сейчас? Насколько я не ошибаюсь, по-моему, транс. Транс, обещали транс, транс играет. Ну, к транс-музыке как бы мы относимся позитивно. На самом деле, вот, транс-музыка вообще представляет себя, это музыка, которая объединяет людей, вот, музыка для большой арены, как сказать, музыка позитива всегда, музыка, как бы я сказал, музыка любви бы больше, я бы как бы сказал, то есть, люди все танцуют, тянут руки к танцполу, к лазеру, то есть, ну, все великолепно, все позитивно. Очень мало людей для такой музыки, очень мало. Очень мало народу, мадам. Беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играет? Russian Roboticus просто супер! Отлично! Разбил чужую машину в стекло, завел машину и поехал. Все, врезался, перевернулся несколько раз. Врезался в железобетонную плиту, разбил ее. А зачем? Завел чужую машину, разбил стекло. Зачем завел чужую машину-то? Молодой. Покататься хотел? Получается так. Ты ж уже катался, да, по-моему, не так давно? На 2 года условно, по-моему, катался, да? Да, Toyota Corolla. Да, в 7-м микрорайоне. Ну и что, мысли какие по этому поводу? Уверен, минимум как на 5 лет. Это грустно или весело? Это печально. Печально, да? Ну все, спасибо тебе. Наталья, морская пехота! Я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда! У меня джип в Москве, но я тебя сейчас сделаю здесь. Простите, а у вас не будет 1 рубля на дорогу? У вас же джип в Москве. Ну, так он в Москве, а я вроде как в другом культурном городе. Да ладно, посиди, дружок. До поры до времени. Давай. Серьёзно, на 1 канал. Я сказала, стартуем. Что делаем? Стартуем. Серьёзно. Вдох, выдох, упал, отжался. Бля, если я начну стрелять, я тебя отстреляю, потому что у тебя ниже пояса. Надеюсь, ты помнишь, что у тебя там? Я про это плачу. Простите, ради бога, просто не открывай. За проезд передаем там. Ну что, дружок, мне номерочек твой списать? Да. Отлично. Кстати, ты уволен. Да. Кстати, я пошел нахуй! Давай! Дорожай! Давай, иди нахуй! Оу! Ну что? Стартуй! И выпискуй! Все, кто? Кто дуэль? Какой? Со мной давай дуэль! Какой вообще? Я вам все объясню. Что такое? Со мной давай дуэль! Я на кого-то там, блядь, еще вообще вырублю! Я попросил. Не понял, парень, эту ситуацию. Парезис проверить! Какой у тебя может быть парезис? Вообще! В эпике, когда полным, тогда можно говорить о фаер-резисте, о каком? На второй тир. Бля, 200 фаер-резист. Это лом. Вообще полный. Бева что-то болтами короче. Все. Зачем мне этот фокус нужен, он срезистит? Ты малней, ты меня. Что там болт? Я
объясняю. Причем здесь Shadow Ball? Emulate Improved. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. Причем здесь Fire нахуй резист? Вы что мне рассказываете? Сбежусь. Желаю всем здоровья, близким и родным. Данного преступления я не совершал. И все вернется на круги своя, своевременно. А лет через 5-6 вы уверены, что выйдете? Конечно. То есть за хорошее поведение вас условно-досрочно освободят? Ну, я положительный человек и порядочный. Почему меня держать в тюрьме? Головной убор – это какой-то знак? Никакого знака. Никакого знака нет. Не хотим заболеть после... Вроде бы свободная. После улиц страна. Приехали с улицы, с мороза. И тут в тепло. Надо голову беречь. Еще 19 лет. В тайгу поедем. Так вот. Все ясно. С чувством юмора у вас тоже неплохо. Да, конечно, неплохо. Не унываем. Чего унывать-то сейчас, конечно. А молодой человек, вот вы не переживаете, что у вас головка простынет? Да нет, у меня шапка есть. Александр Гусейнов, тот самый, кто выходил пописать, также высказывал недовольство. Получил вообще ни за что. Я сижу вообще ни за что. Сейчас эти 8 лет мне придется гнить в этой тюрьме поганой. Всем привет, не забывайте, пишите. Я скоро вернусь. Все. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В натуре. Ну, в натуре пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Тюрьма не место исправления, а школа новых преступлений. Ему 18 лет, дают ему 19 лет, то есть больше, чем он сам прожил. Я и говорю, куда вообще так топят-то, куда? 22 запрашивают, 19 дают. А за что запрашивают? За разбойное нападение? Так это как так-то? Правосудие? Вообще, какое правосудие? Я не знаю, какое правосудие, как здесь можно вообще кому-то верить? Суд присяжных выносит, присяжные говорят, все виновны, снисхождения не будет. Ни один. Как так? Ни один. Все единодушно. Они думают, что ли, опаздывают? Все единодушно говорят, что вот, все виновны, вот трое виновны. Снисхождения никому не будет. Конечно. И уходят отсюда. А вы... Лярвы тупые. Так, а по поводу снисхождения, вы рассчитывали, из-за чего должно было быть снисхождение? Что, с чем связано снисхождение у вас, допустим? Снисхождение? Да. Да, сроки снисхождения. Да, ну... Снисхождение к людям, к малолетним. Им тоже вперли 10 и 8 лет. Куда? Полной уверенности, что Верховный суд Российской Федерации отменит несправедливый приговор, приятели покинули зал. Меня посмотрите. Нифига, у него зрак. Да все, нормально. Вообще ноль. Нихуя себе. Здорово. Нихуя себе! Че употреблял? Да бутерату нахуя! Нихуя себе! Ты вино пришел! Ты что, за рулем ехал? Я вот танцевал за рулем! Опа! Вы просто не видели, как он танцевал за рулем. Это был пиздец. Да. Ему никто тронул. Танцует за рулем, блин. Шредовый. А как это вообще? Вот там сидишь. Опа. Опа. Нихуя себе. Его кроет-то нормально, да. И в интернет только еще попал. Эй, Юрий. Так, бля, круто, мы попали. Новое слово. Да ноль, он вообще в ноль. Ба-ба-бам! Ба-ба-ба-бам! Ha, ha, ha.
Пацаны, вообще, ребята, классно вообще. Особенно вот, говори, говори. Вот тот вот паренек, да, вот с белым вот на плече. Вообще молодец. Да и вообще класс. Вы все молодцы. Не, в натуре класс. Но... Заебись. Четко. Получается четко. У вас действительно. Умеете, могете просто. Полностью ломай. Полностью ломай. Ломай меня полностью. Зачем? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Да? Да. Извращенец, что? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Ты извращенец? Ты сможешь? Зачем? А? Ты хочешь ломать? Нет. Зря. Почему зря? Ломай меня полностью. Ломай. Ты сможешь меня ломать? Ты сможешь меня ломать? Не сможешь? Нет. Я тебя прошу. Зачем? Я тебя прошу. Ты знаешь, эта служба, когда выехала, это все фиксируется. Да. Это будет все знаться будет. Да. Смена твоя. Да. Служба твоя. Да. Так что будь уверен. Ну, ты не издевался надо мной. Ты не смог издеваться надо мной. Зачем? Я хочу, чтобы ты издевался надо мной. Ты не смог издеваться. А зачем? Ты сможешь надо мной издеваться? Зачем это надо? Если наручник снять, вот, один на один, я с тобой выйду. Ты сможешь драться? Я не имею права. Сними наручники. Я на службе, я не имею права. Я спортсмен. Ну, я не имею права драться. Я спортсмен. Я тебе говорю, сейчас куртку сниму, вот, пожалуйста, один на один. Я тебя прошу. В другой ситуации можно было бы. Пожалуйста. Я тебя найду на эстакаде, жил участке, везде на гусе. Пожалуйста, я говорю. Я спортсмен. Это видео я делаю тем людям, которые доводят мою Кристиночку до слез, издеваются над ней и пишут ей всякие гадости. Слушайте меня сюда внимательно. Я люблю очень Кристиночку. Она меня тоже очень любит. И нам никто не дает покоя. Почему нам никто не дает покоя общаться с нами? Слушайте меня сюда. Если вы еще раз будете доводить ее до слез, писать ей всякие гадости и издеваться над ней, то я со своими дружками к вам приду и набью морду. Будете знать, с кем имеете дело. Сволочи, блин. И еще. Если ее клон будет делать то же самое, что и вы, она тоже получит по заслугам от нас с Кристиной. Еще раз повторяю, мы вас всех не боимся. Я вам это серьезно очень говорю. Вот увидите, вы у меня с Кристиной еще получите за то, что сделали. Твари, блин. Танцую, я же ничего не делаю. Идиот. А что, потанцевать нельзя, что ли? Идиот. Мне потанцевать нельзя? Идиот. Мне идиот. Мам, я что, хочу потанцевать. Идиот. Я потанцевать хочу. Ты что, ну, потанцевать да. Хочу просто. Я что, потанцевать нельзя, что ли? Нет. А почему нельзя-то? Нет, почему нельзя мне потанцевать-то? Людей с какими редкими именами вы встречали в жизни, и кто были эти люди?
как вам сказать? Я прожила довольно долгую жизнь. Ибрагим вам что-нибудь говорит? Прекрасное имя. Аллах Акбар. Спасибо. Я прошла афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти ее. Мужчина определяется делом, а не словом. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. Я ломал стекло! Не, хуйня. Я хочу сейчас побыть одна. Ты ведь знаешь, что ли приду. Я хочу сейчас побыть одна. Или я с ума сойду. Не прячь зеленые глаза. Утри слезу. Ой, блядь. Доверься мне. Не прячь зеленые глаза. Не на беду, не на беду. Поверь. Ай, блядь, хуйня, знаешь, хуйня-то. Он, блядь, такой импортный, блядь. Зеленоглазый такси. Ну вот. Зеленоглазое такси. Прошу тебя, притормози. Ты отвези меня туда. Ёб твою мать. Где ждут меня мои друзья? Я хуя. Первый, блядь, хелеркала. Все, выйди отсюда! Только можно говорить, я на госуслугах регистрировался, вообще без очереди, мать. Какие нахуй госуслуги? Какие тут очередь стоит? Я стою в очереди. Я на сайте регистрировался. Этот ботаник пришел сюда и качает права. Кто ботаник? Кто ботаник? А вы Чубака, блядь. Ты с кем разговариваешь? Так, пошел отсюда, быстро! Напай отсюда! Чубака, блядь. Да, что это происходит? Госуслуги. Дирижабль? Ага. Титр. Влад Борщ, уёбки, блядь. Вы, потлатые говнари, меня заебали последнее время. Пишите ВКонтакте всякую хуйню, блядь. Вот я вас отвечаю, я с корешами вас всех порешаю. Блядь, суки. Я иду, ща. Ну, так вот. Я вас просто, блядь, ненавижу, ублюдки. Да сейчас, мам, блядь, подожди. Короче, блядь. Я вам сказал, если вы не отъебетесь, я со своими корешами убью вас всех. Вас их на кладбище, блядь, отвезут. Блядь, ненавижу вас. И каждый, кто состоит в группе антиборщ, сдохнет, блядь, каждый. Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все. Пока, унылые потлатые говнари. Все, раз. Все, давай. Трусы, мурусы, все. Полностью. Два. Все правильно. Деньги. Три. Еще раз деньги. Четыре. Зажигалка. Еще деньги. Уверены? Уверены, пацан. Спасибо. Сейчас куртки. Сигареты сломаны. Вот они. Верхние карманы. Вот передний карман. Хочешь проверить передний карман? Передний карман, вон. Какие? Вот же впереди. На куртке. Нету. Ну давай, давай. Спасибо, Зиму, нету. Это не мой куртка. А че? Что-то есть. Бля, это что такое? Это что такое? Бля, закинули, я тебе сразу говорю.
Что такое? Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Я Никита Литвинков. Спасибо. Списать дали. Не трогай ее. Вот ты кто? Некрасовский коп. Оп. Некрасовский коп. Оп. Оп. Некрасовский коп. Оп. Некрасовский коп. Оп, оп. В нашем поселке кто-то копает грядки, кто-то несет к реке свои культятки, кто-то с ночи до зари читает конституцию, а кто-то день и ночь борется с преступностью. Старшеклассники много курят за углом, хулиганы орут песни всем двором, и никто не верит, что сквозь кровь и пот несет свою службу некрасовский коп. Некрасовский коп. Оп. Некрасовский коп. Оп, оп. Некрасовский коп. Оп. Некрасовский коп. Оп, оп. Если ты хочешь списать, тебе не уйти. Если рисуешь на стенах, лучше беги. Если оставишь черточек в коридоре, некрасовский коп найдет и лишит тебя воли. Некрасовский коп. Оп. Некрасовский коп. Оп, оп. Некрасовский коп. Оп. Некрасовский коп. Оп, оп. В некрасовской школе все учат уроки, знают наизусть из Пушкина строки, и никто не обидел ни одной девчонки, потому что коп может отвести в сторонку. В поселке очень мало правонарушений, стал лучше и краше мир отношений, потому что всегда сквозь кровь и пот свою службу несет некрасовский коп. Некрасовский коп. Оп. Некрасовский коп. Оп, оп. Некрасовский коп. Оп. Некрасовский коп. Оп, оп. Некрасовский коп. Оп. Некрасовский коп. Оп, оп. Некрасовский коп. Оп. Некрасовский коп. Оп, оп, оп. Вот она, рыба моей мечты. Вот она. Ясь. Ребята, ясь здоровенный, здоровенный ясь! 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 Эхо гуляет по Яхринскому озеру. Мама! Калиласатес! Что вы тут делаете? Зачем вы мне надо? Что вам надо? Что вам надо? Оставьте меня в покое. Что тебе надо? Что ты от меня хочешь? Оставь меня в покое. Уходи, уходи от меня.
У-у-у!